Всем приветики! Я хотел бы поделиться с вами такой мыслью, что если у вас возникает какая-то гениальная идея, то ее лучше сразу куда-то записать. Например, вот на диктофон. Потому что потом она может легко пропасть, и вы уже не сможете вспомнить, о чем была ваша та гениальная идея. Поэтому все такие мысли, которые вас посещают, такие великие, гениальные, лучше сразу куда-то записать, чтобы потом вы всегда могли к ним вернуться. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.